Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля Nissan Murano 2008 года выпуска. VQ35 DE – V-образный шестицилиндровый бензиновый двигатель, объем 3 литра и по 4 клапана на цилиндр, мощность 249 лошадиных сил и 334 ньютон-метра крутящего, пробег 122 870. Производим замер компрессии на холодном двигателе. Первый цилиндр. 12 килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 12 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Пятый цилиндр. 12 килограмм. Шестой цилиндр. 12 килограмм. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лидово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осейного, тоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.